Или их забанило, нахуй? Ну, хз, сейчас посмотрим. Чекни, чекни, в первом. Давай, Станик, Станик, Станик. Ду-ду-ду. Или их забанило. Все, все, я сейчас обхожу. Да, их забанило. Давай мы убьем Гирчик, пожалуйста. Если он меня бьет, ну блин, так, на я во Франции, а, если что, ребят, ребят, я во Франции. Ах вы, сука, нихуя бы это. Какой Франция? Хорошо, они из Франции. У них антивопен. Сейчас, подожди, сейчас. У нас двое мистик. Сейчас, сейчас, я свой, либо я переливаешь, свой либо мы тебя сливаем. Я свой проксим. Смысл, за что? Калкер, спасибо. Я пока ты же сам мне говорил, то, что мы не тим. А за что? Ну, мы же не тим, так что мне можно тебя сливать. Так я с Зипчиком. Зипчик, он с тобой тим? Да. Ну и тим, алло. Алло, ребята. Зачем ты сливаешь? Сейчас я буду, я сейчас буду дальше хуярить, сейчас, секу. Да, бля. Так, все, 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 я подрубил мою проксю. Все, у меня, короче, у меня теперь, а, блядь, все равно другое. А что не так? И все монеты залутал. А, блядь, я стал... Да я все залутал. Пидор. Смирь, ты зачем меня дропаешь, скажи? О, Гефес, у тебя что там, настолько интернет умер? Так, эй, тихо, тихо, я сейчас другие, я сейчас буду еще потом запускать. На каком лобби? Не, сейчас спасибо узнаем. Монет, так, точка ребят. Bots, так, точка bots connect, давай 200 сразу же подрубим, блядь. И задержка один. Так админ сейчас плакать пойдет. Я это армянин. Он сейчас застрелится и пойдет теракт делать. Воу-воу! Все, 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 подрубились. Дух-дух, спасибо за монетки. Всегда, пожалуйста. Так, так, а ну-ка, сейчас. А мне 13 не надо, у меня там 2 стака блоков. О, мне надо. Мне уже надо. Первое. А я тоже на первом лобби. Что тебе надо? Бля, у кого там фонит? Вы ебланые? Ну ладно, фонит? Так уж и быть. Пожалею тебя сегодня, держи. 11? В смысле, так ты... У тебя был один блок, тебе должно хватать. Бля, мало как-то. Это... Так ты только что вскопал. А Гефеза, зачем у тебя нет умирает? Я не знаю. Из-за А ты пытаешься зайти, что ли? Ну, мало как-то, мало ботов, мало да, ботов. Да, сразу же 500. Сразу же 500. Давай еще 100. Мало половин, мало половин. А для подкида, все... для подкида соточку. Ну, а это все кругом, кто стоит? Это бот или... Короче, я 1000 кидаю! Я тысячу кидаю, всё. Сейчас умрет сервер! Сейчас мой инет умрет, бля, скорее. Ой, один столока вкусная. Гефест, он уже умер от того, что он только демку посмотрел. У меня минус инет, эу, я умирать! Не надо умирать. Надо жить. Не, надо умирать. Блядь. А так бот уже не запускает. А, блядь, я знаю почему. Фу, нахуй, я долбоёб. Не надо быть долбоёбом. Надо быть долбоёбом. Сука, пиздец их заходит, это ужас. Сколько их там заходит? Давай ещё 1000, ещё херачу. Ух, нихера себе, сколько их там заходит, ебать. Давай, давай, ульта! Ульту, 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 давай, Борею, ульту! Ульту? Что? Так, я походу ультую, все, пиздец. Или не ульта, сейчас. Либо тильт. Ой! Думаешь, куярить или... Подожди, давай еще 500 попробуем запустить. Ладно, больше не заходит. Так, все, поехали, давай! Так, сейчас, теперь подожди, нужно, чтобы они все переместились в первое лобби. Хатбара 8. И... Так,
Ин в клик ноль! Поехали! Сука, все равно мало, что так мало, эу, я не понял. Лобби на 100 что человек, мало, наверное. А? Они не могут подключиться, потому что, наверное, заполнили. Да нет, тут... А вот, я переместил, я всех ботов переместил в первое лобби. Кто такой? Бля, ты хочешь такую хуйню провернуть сейчас? Слушайте, знаете что? Я сейчас могу попытаться крашнуть. Я сейчас могу попробовать просто так настолько ёбнуть сейчас все серваки, что они просто в ахуе будут. У меня тут Марк на шестой локе. Поехали. Хилпа шестая лока. Включать, не видите, мы важным делом занимаемся. Хилпа шестая лока, быстрее, ребята. Хилпуйте. Хилпы. Хорош, давай. Бейте его, бейте, ну что вы делаете? Хорош. Сейчас я зайду бы кабанчиком. Быстрее. Да боже, сталкер, ну зачем? Да, это гиммикс. Сталкер, ну скажи, почему ты начал меня убивать? Я не знаю, хочу. И все, ты что там, из ботов дуэли всем кидаешь? Сталкер! Я сейчас буду забивать жестко им оперативку. Чем больше игр сейчас идет, тем больше оперативы у них жрется, блядь. Сталкер! Да что ты хочешь, что? Ну-ка. Я вообще... Вы еще на шестой локе там живете? А что с площадью? Мало половин, мало половин. Ебать, это... А, это у меня интернет так вздыхает. Я ебу. Победка сразу же. Блин, я хочу... Меня обратно забанили. Ай, бля, какой ах, такой пидорасик, ебаный. Ладно, хорошо. Так админ в сети. Да, блядь, а ты что думал? Так, я изменяю айпишник. Сейчас я пропаду на секунду. Негры пидорасы, ебаный. Вы где вообще? Мало половин. Негров, блядь. Опять я сам такой. Ну, блин, надо силку бафнуть. Кер, чё за пердёж мамы, блядь, на заднем плане? Я это... играл катку. Ебать! Там сразу же миллиард... Сейчас, у тебя это... Инет подключ... это починился? Неа. А у тебя слышно, или ты с телефона зашёл? Телефона. А ну куда, Гефест? Короче, готовы? Я ебашу, наверное. Новую партию, ебаш! Пизда! Вай! А ты в каком лобби? Еба! Воу!
Еще партиечка. Мало половин, мало. Тихо, тихо. Мало мне берет мало. Сейчас приду. У меня глюки, блядь. О, сталкер, ты хочешь ПВП? Алло. О, все, я нет починил? Вроде да, надеюсь. Всё. Блять, я не с того дискорда зашел. Ча. Мало половин, мало мало. А что с плащом у тебя? Дуб-дуб, смотри, смотри прикол, смотри. Я это все рекаю, а потом тупо. Ты видел, да? Дуб-дуб, ты увидел? Change slot. Да меня опять забанили, там вы заебали, да что у меня не мешает? Меня мешаете! Кто видел? На самом деле Артём это создатель Роха и Пикселя. А да, да, да. На самом деле Артём сын негры сраного, я его в рот, ман. Сука, я опять сейчас поменяю эпичник, подождите. Мало половин, мало, мало, мало вин. Ева. Так, все, я поменял вроде. По подсоставе фигачим всех. Уф-уф-уф-уф, софтер, 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 уф-уф-уф-уф. Блять, да я до сих пор тут. Все, я пока жду, опять дырку какую-то сыграю на изи. Тащу сейчас кого-нибудь. Сталкер, ну что ты меня боишься? Макросами, да? Ну я не буду же ПВП. Подожди, не, просто мне надо талик, от если у меня талик будет нормально, то я тебя уже не боюсь. Какой тебе талик нужен? Ну, допустим, как у тебя? Не, он слишком... Сделай реальные ники, а не рандомные. Ну сейчас я накоплю и пойду. Зефирчик, вот, да, да. Если что, вот Гостик, да? Мы с ним Зефир капаем, он мне сливал кучу раз. Я не знаю, либо, ну, он нормально вообще пахается, но он мне сливал. Мы просто с Гостиком фанились, мы просто пахались. Сука, они все равно своему IP какого-то худят, заходят, блядь. Ай! Ебать их тут! Да! Ебать и рот! Что за дауниха? Блять, пиздец! Ай. Это какого ужас, лобби? Блядь, они везде! Они везде! Подожди, краш хелп или как? Да не, просто бот краш, вроде бы. Там тик сделал все, если что-то с точки пишет, оно не отправляется. Точка бот. А ты тоже в мостик и играешь этот? Ждем. Да, ну у меня игрочок походу с АКБ. Всё! Жопа зелёная! ГГ! Я Черику вырубаюсь, я хочу посмотреть, как ботят сервер! Какой лобби, срочно! Я тоже захожу. Они на всех, блядь! А-а-а!
Ну чё, гоп, 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 а... Нет, да иди в жопу! Почему? Я смотрю, как додосит сервер, потом пойдем. Опа, на первом вообще 42. Ребят, подожди, у вас пингуется сервак? У вас, типа, работает? Ну, я зашел на него, значит, пингуется. Зайди на второй, третий или четвертый хаб, блядь, пожалуйста, а не на первом, еблан. Я в третьем, вот. На втором не пингует. А на третьем, никого нету? На третьем? ХЗ, ну... Во, я тебя нашел, вроде бы. А, тебя кикнуло. Я Гефеста нашел. Сталкер. Что? Их кикнуло, туда нахуй. Иди, ай, меня забанили опять. Загибали, почему? Господи, тик, ну и, блядь, ну... А прикинь, забайтесь игроков. Он сказал, он прекратил временно разработку лайв-клиентов. Пойдем PvP. А прикиньте, со всех ботов написать, переносится сервер ip-airbox.kfc.su. Не, ну блять, мне кажется, от такого онлайна сервер сдохнет Airbox. Или не сдохнет. Как вам идея взломать домен рухайпикселя и сделать так, чтобы домен рухайпикселя... Блять! Не, ну, кстати, идеи могу тупо людей перенаправлять на Airbox. Бля, слушай, а Airbox вообще ну, такой онлайн... Ну, от... пойдём, они сидят? Ну, пойдём, да? Погнали. Ща, подожди, Имик, дай тут поехать. Да дебалов, не тихо. Сейчас. Где этот негр? Где типа вот этот? С руками такими, бля, сейчас. Я ж... слышь, алло. Как у Пикассо, что ли? Артёмка, меня замутили. Где? Где? На аэробоксе. За что? За то, что я типу написал в личку на Сатурн. Три. Какого? А тебя Крыстин замучил? Гиммиксу. А по какой причине? А ты скажи ему, что я имел в виду планету. Скажи ему, я имел в виду планету. Реклама сервера. Так все. А так может ты на они Сатурн все равно с моего IP заходят. А это напиши. Напиши, что я имел в виду планету. Ну давай без лива да снесся с этот. А за сколько он тебя замутил? А? Сталкер, напиши вас. Всегда мут. Сталкер, напиши вас. Да подожди, я не могу. Да они с моего айпишника заходят, какого хера? В Дискорде. Ну, давай. Ща, подожди, дай захаваться, подожди, стой. Смотри, еще три. Давай сейчас до смерти. Ладно, Гефест. Гефест. Мне все равно, я хер... Да, подожди. Я херачу, все. Что-то больно, алло. Блядь. Так. Давай все в третье лобби потом перемести. Ты мне не снесешь тотем. Минус Сталик! Я попытаюсь все, блядь, просто. Я все попытаюсь забить, блядь, серваки. Мне посрать! Да подожди! Я играл! Блядь, Рухайпиксель пингует, пиздец! Ебать! Гефест, ядерка жесткая. Артём, нажми на таб. Ты зайди в четвертый лобби и нажми на таб. А у меня тоже, а я в первом лобби. У меня фулл таб игроков. У меня все забирает. До всех лобби фулл таб. Надо экстра таб скачать.
Один из игроков на вашем сервере заблокирован. А, да, вижу, вижу. Я просто моментом открываю тап, я охуеваю. Я тоже. А, уже всё, всё убрали. Да, потому что когда он... KFC выходит с сервера, выходят все. Баты. А давай Станик. Меня тупо банят, блядь. Меня тупо банят. Санбокс, думаешь? Да, давай Станик. Так у них там ограничения вроде, нет? В... они мои, этот... А Тик их вчера или позавчера додосил, но он хотел заскринить это, но у него это... Я знаю, что они позавчера там додосили и прочая хуйня. Давай! На первый лобби. Ну и там ограничения по игрокам, во-вторых, капча, блядь. А у меня одинаковые айпишники, понимаешь? А, прокси этот. Прокси нихуя не робит. Да, бля, какая-то, он какую-то хуйню сделал. Ну, она тоже на другой сервер. Одинаковый IP. Дай IP, VLS, сталкер. Сейчас. Могу в рот дать. Ты как тут так и взялся? Я меня IP-шник. Кефестер, а какого лобби? Гон на второе? Я в четвертом. Короче, бред ёбаный, потому что... причина только набирать. Одна, блядь. Фесок, понимаешь, они банят одного бота, а из-за этого ёбаного одного... Господи, из-за этого сраного одного бота... Я вылетаю, и все остальные боты вылетают. Понимаешь, о чем я? Надо ник как-то менять всем. Да, блядь, там дело не в нике, там дело в нике. Там не в нике, еблан, блядь, причем тут ник кончен, что ли? Там и так рандомные ники. А, ну... Мне нужно каким-то чудом починить этот сраный прокси, но он не работает, блядь. Да, блядь, вот, как это сделать? Интересно даже стало. Вакант чит. Блин, а чуть-чуть до пасхалки не хватило. 1434. Фест. А. Он что-то бутылочки не наполняет. Помянем. У меня и на тумер просто. Да, ну и плюс этот, я что-то устал там играть за Чего я тебе не понял? Говорю это, завтра еще там поиграем. Ага. Да. Ладно, я попробую разобраться. Ладно, давай. Давай. Ага. Так ты вроде бы хотел выйти, не? В смысле? Ладно. Там вот это только, там везде этот репорт хендлер. Ладно, ты знаешь что? Пять к у тебя компьютер сдохнет. Ты кидал уже 5к. Похуй, да, до Талова. Пока у меня просто перестанут боты заходить. Не похуй. Не поебать вообще, не посрать. Их дохуя, блядь. А, я еще покикал, кайф. Давай по сотке. Да. А по сотке не заходят! Они по сотке не заходят! Да и все, блядь, они больше не зайдут.
Очень смел и потрят. Папа. Ебать! Да ну нахуй! Ебать, тихо! Бля, куда? Ё-моё, 500 ботов! Гефес, я запускаю! Гефес, я пуляю! Давай, я открыл тап. О май гад. А ты, Аня, ты их зарекал? А нет, всё. Я ебашу, всё! О, да, тап заполняется. Фулл тап, фулл тап, фулл тап, фулл тап. А ты на каком лобби? В четвёртом. 158 игроков в четвёртом лобби. Вау, ребята! Минус 3 лобби, второе лобби. И все лобби минус. Открой. Второе, все прям. Четвёртое прям жёсткое. Четвёртое прям жёсткое. Да. Там есть звёздка. Все сдохли, все. Смотри, в первом 111, во втором 110, в третьем 79, ладно. А всё, уже из третьего и четвёртого ушли боты. Всё, везде ушли боты. И меня забанили опять, всё, нормально. Бля, это охрененно! Ты прикинь, как это... У них там просто консолька взрывается от количества ботов, ты прикинь. Там 500 ботов в секунду зашло, в секунду одну. А тебя не забанили, тебя по тайм-ауту. Тебя просто кикнуло. Не, меня забанили. А, бля. Короче, я буду сейчас подавать апелляцию, знаешь, что, блядь? Я хочу просто над ними профлить. Ну, карточка ми. Сейчас. Ру. Блядь. А там же, а чё, нельзя к ликруте перейти? Надо списываться? Нет, это не... Как ты кликнуть и перейти сделаешь в этом... В этой штучке Майнкрафта. Бля, у них там просто консолька разрывается нахуй от подключений. Разрывная. Просто. Да ты прикинь, блядь, сколько их там дохера заходит. Я в ахуе, блядь. Сука, он, смотри. А ну-ка, сейчас, подожди, я переключусь временно без проксей. Алло. Да, всё, я теперь без проксей. Ебать. Ладно, сейчас я врубаю VPN. А, о, VPN недоступен, блядь, как так? Там модер пишет all dropped. Dropper. Я сейчас, мне кажется, половина игроков просто офигели от жизни. играет моментом full tap. И у них тупо лагает. Ребят, я поиграл с ботами, блядь. Тебе нет снесло? Нихуя, ещё лучше. Ща. Смотри нахуй. Бом-бом-бом. Это что такое? Ой-ой-ой, ёбаный ты рот. Сейчас, подожди, он сейчас перезагрузится, я дальше не иду хуярить. Подожди, ERL not yes, EULA, блядь. Это что такое? А ну-ка, читаем. Mm.
А, знаешь что? У меня, походу, от такого перепуга, блядь, вся оперативка охуела просто. Просто пишется, что эта ошибка означает, что осталась, типа, ошибка с драйверами, ну, на этой хуйне, либо с памятью, либо с антивирусом, блядь. Короче, у меня, походу, память просто... Бля, ладно, сейчас быстро. Отдыхать в Майами. Пойду водички, бля, попью. Ну ты прикинь, короче, я просто врубаю VPN, и у меня ёбнулась нахуй просто. Помню шедевр реакция админа RuhaiPixel, когда он зашел 3 апреля на сервер. Ракета-бомба, петарда. Когда он зашел туда, в консоль. Ну или в консоль заходит, смотрит. Знаешь, просто он в консольку заходит, и там видит ракета-бомба питала. Блин. Я с тобой, это... NPC. Ждем. Пока. Слушайте, водяру ебашим или нет? Или оставляем? Не, надо показать лицо. Поебал, могу дать. Да, блин. Могу показать мою жесткую карту, которая у меня была. Уф. Так, у меня... А, у меня сзади все заклеено, нахуй, так что пизду. Короче, соски. А еще мой паспорт, но паспорт это уже все пиздец, так что я его показывать не буду. Ой, блядь, куда ты упал? Сука, ебать. Бля, это... Всё. Ракета-бомба-петарда. Кстати, ты знаешь, хули на сервере такой пинг пиздатый? Ну, короче, игроки и админ сервера будут петь сегодня каждый день песню «Ракета-бомба-петарда», и место будет так рада. Кстати, вы после того, что я богатый? Давай, покажи. Админ в четвертом лобби! Да? Стой, дай чё, крыш, дай чё, крыш. Смотрите. Че он будет писать, интересно? Обалдеть, ты че, миллионер? Долго. Напиши ему то, что у него защита говна, и пусть он идет нахуй. И больше не банит моих ботов. Подожди, я хочу его найти просто, или он... А, бля, он вышел. Сука. Да блин, а я уже начал писать. Он, походу, сейчас в лобби будет чекать на шухере постоянно, потому что он охуел, походу, от такой дудов защиты. Сейчас посмотрим, в каком он лобби сидит. Он, наверное, не в лобби даже сидит. О, ютубер на четвертой. Ютубер обратно запустился, блядь. Да, в лобби его нету. Интересно, он запустится или нет? Хелпер в третьем. Он запустился, бля, он даже не крашнулся, представляешь? Ой, имба просто. А теперь надо лицо ноль админу. Пососи, блин. Чё, дубль 2 будет? А дубль 2 похуй не будет, потому что мне, ну, мне страшно, что у меня наебнётся нахуй оперативка. Потому что, ну, ты прикинь, какой она на себя удар, блядь, берёт.